В эфире Днепр оперативный, и это дайджест событий, которые произошли сегодня. В этом выпуске. Попытка суицида. Скользкая история. Опасный перекур и многое другое. Попытка суицида. Посреди старого моста днепрянка собиралась свести счеты с жизнью. Проезжавшая мимо женщина заметила девушку за перилами и уговорила ее перелезть обратно. На место вызвали полицию, правоохранители связались со знакомыми, которые забрали девушку домой. Охота на авто. Этой ночью случилось сразу два резонансных случая. В поселке Опытный сгорели 4 авто. Вначале вспыхнула одна из машин, затем пламя перекинулось на соседние автомобили. Второй случай произошел в городе на улице маршала Малиновского. Машины во дворе дома облили кислотой. Полицейские выясняют детали происшествий. Наезд на пешехода. На улице Чернышевского водитель на внедорожнике сбил человека прямо на пешеходном переходе. Женщина получила сильный ушиб головы и была госпитализирована в 16-ю больницу. Скользкая история. На въезде в город перевернулась фура с подсолнечным маслом. Больше 10 тысяч литров жидкости вылилось на дорогу. Спасатели незамедлительно прибыли на место. Небезпека полягає в тому, що це дуже слизько. Но сталося на цій ділянці дорозі. І може бути займання, якщо в результаті ДТП буде якась джерело запалення. Спасателі наложили шину на цистерну і дежурили около машини до тих пор, поки не приїхав спецтранспорт для откачки остатків масла. По дорозі на роботу. Утром на Исполкомовской произошла авария. Водитель одного авто не пропустил другого. На месте ДТП движение было затруднено. В это же время в другом конце города, на кольце внизу Космической, не разобравшись, чья дорога главная, столкнулись Рено и Тойота. Пострадавших в результате обеих аварий нет. Опасный перекур. На улице Новокадатской произошел пожар. Загорелся балкон в пятиэтажке. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожное курение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Благоустройство дорог. На улице Космонавта Волкова активно ведутся дорожные работы. Отлично, молодцы. Они очень много сделали за последнее время. Очень приятно. Это по инициативе мэра нашего это все сделается. Ну так и так, когда на дороге у нас там выбоина бывает, вовремя ремонтируют. Приступили к ремонту сразу, как только потеплело. Уже отремонтировали улицу 20-летия Победы и дорожное покрытие Южного моста. Дорога очень плохая была, бордюр практически не было. Мы писали заявление на Филатову, он быстро отреагировал и сейчас вот нам делают дорогу. Городские службы планируют закончить работы на этом участке до конца месяца. Не нашел парка места. Героем вчерашнего вечера в соцсетях стал автомобиль, брошенный водителем посреди перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Михаила Грушевского. Авто осторожно объезжали припаркованную машину. Как внедорожник оказался посреди перекрестка, неизвестно. По словам очевидцев, водитель вернулся, невозмутимо сел в авто и покинул место событий. Днепр оперативный. По следам событий. Подписывайся. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм «Днепра оперативного» новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.